Всем привет! Сейчас Инстаграм оповестит, что я вышла в прямой эфир. Я сегодня перед вами настоящая. Без фильтров, без масок, без тонального крема. И сегодня я хочу показать, как я ухаживаю за кожей, рассказать какие-то свои инсайты от использования линейки NovAge. Линейкой NovAge я уже пользуюсь 5-й год. Вот, и хочу показать после нанесения NovAge, хочу показать легкий-легкий макияж, какими средствами я пользуюсь и как можно быстро-быстро себя привести в порядок. Я все понимаю, что сегодня выходной. Я так не по расписанию вышла в прямой эфир, но прямой эфир я обязательно сохраню, поделюсь в чаты и сейчас буду начинать. Ну, первым делом, конечно же, я одеваю повязку. Повязка тоже у меня Oriflame. Очень такая она удобная, на резиночке. Одеваю, чтобы на волосы не попал крем. Так, перед этим я уже сходила, умылась, сделала очищение. Очищение я делаю вот таким вот гель смарт очищение, да, то есть оно так и называется. Что это значит? То есть в состав входит сразу же и очищение, и смываем, да, полностью всю косметику, все какие-то там еще сальные, да, вот эти вот все выделения, все смываем одним средством, то есть два в одном. Нам после этого средства тоник не нужен. То есть мы берем два нажатия между пальчиками и начинаем это все массировать, массировать и промывать нашу кожу. Но кому некомфортно и кто привык после геля протирать лицо тоником, пожалуйста, можете покупать дополнительно тоник, но тоника в линейке NovAge нет. Есть в линейке NovAge дополнительная такая классная штучка, увлажняющая эссенция с пребиотиком. Вот как раз-таки ее я и использую. Сегодня я буду вам показывать свой уход. Я сейчас пользуюсь NovAge от пигментации. На самом деле моя кожа уже очень-очень много чего попробовала из линейки NovAge, и сейчас в этом каталоге, в 5-м каталоге, вышли новинки в дополнительном уходе, да, это NovAge Proceutical, маски, пилинги, витамин С натуральный, и я пока еще ничего не пробовала, но обязательно все попробую, все затестирую на своей коже и обязательно вам тоже все расскажу. Вот, и моя кожа, она была всегда такой какой-то непонятной, и мне всегда чего-то хотелось, но я не умела, я не понимала, я не знала, как же мне правильно ухаживать за кожей. Пока я не пришла в компанию Oriflame, пока я не узнала, что и как нужно правильно делать, и что один крем, он нас не спасет от того, да, чего хотим мы спасти свою кожу на лице. И раньше я даже делала такие погрешности, я даже мазала свое лицо детским кремом, чего вообще делать нельзя, потому что это идет закупорка пор, мы закрываем в свое лицо, лицо наше не дышит, поры не дышат, отсюда образуются все вот эти вот прыщи, в общем, кожа просто начинает умирать, кожа начинает стареть, регенерация клеток вообще, я не знаю, происходит ли она, потому что, ну, под таким слоем жира, да, так скажем, это вообще сложно делать. Вот. На самом деле клеточки нашей кожи обновляются каждый день. И NovAge – это вообще уникальная, просто комплексная такая технология для нашей кожи, да, именно на стволовых клетках, да, то есть стволовые клетки – это такие тренажеры, да, то есть это такие тренажеры для нашей кожи, которые работают изнутри на клеточном уровне.
понимаете? Это вообще просто инновационные технологии, и компания Oriflame одна из одних компаний, которая именно вот на инновационных технологиях, на стволовых клетках производит вот такие комплексные наборы. И если загуглите, почитать и посмотреть вообще, сколько один крем стоит на составе стволовых клеток, вы будете просто шокированы. И у нас, как всегда, цена равно качество. Да? То есть, и если варьировать цены по странам, то у нас в России наборы продаются просто по самой такой низкой цене. Да? Если в Китае они стоят по 30 тысяч рублей, то у нас в России даже золотой набор 50+ можно купить, по-моему, 1008. Вот. Поэтому у нас все доступно, и мы можем быть красивыми без уколов, да, если вы делаете уколы, вкалываете себе уколы молодости, это каждые полгода нужно ходить и прокалывать свое лицо. Я лично боюсь уколов, и Novage как раз-таки он помогает без хирургического вмешательства сделать кожу, вот как будто бы вы побывали под ножом хирурга. Вот. Ну, в общем, давайте тогда начнем. Сейчас я сначала нанесу крем под глаза. После гель-смарт-очищения, это идет как раз-таки вот второй шаг. Здесь не нарисовано почему-то. Идет второй шаг, да, то есть сначала мы с вами наносим крем под глаза, потом уже все-все-все остальное, потому что под глазами самая-самая тонкая кожа, и нам не надо, да, чтобы к нам вот еще сюда еще попадала какая-то дополнительная, как это назвать, в общем, очень-очень важно именно сначала нанести крем под глаза. Мы наносим на орбитальную косточку, вот это наша орбитальная косточка, и мы начинаем вот такими круговыми движениями наносить крем, да, можно вот так его впечатывать. Ни в коем случае мы не наносим сюда под край глаза, если крем попадет нам на слизистую, вам мало не покажется. И если вы с вечера нанесли крем под глаза неправильно, утром можем проснуться, обнаружить вот такие вот мешки под глазами, красные глаза, потому что крем попал на слизистую, у вас пошла реакция. Поэтому очень аккуратно наносим на орбитальную косточку. Мы очень-очень много раз моргаем, и крем, он сам собой разносится, так сказать, по всему вот этому вот участку сам. То есть мы сюда просто прихлапываем движениями, наносим по косточке и уже делаем следующий шаг. Так, у меня сейчас это будет эссенция. Я наношу эссенцию после гель-смарт-очищения. Буквально чуть-чуть вот такими прихлопывающими тоже движениями. Она очень быстро впитывается. Она идет с морским пребиотиком для того, чтобы не нарушать нашу микрофлору на коже. Да, то есть она как раз-таки защищает от всяких вот этих вот вредных бактерий. Она очень быстро впитывается, она не липнет, и она такая вот прям очень приятная. Я летом ее вообще использовала, только ее использовала, и защитный крем SPF 50. Ну, летом, потому что мы очень сильно потеем, все нам кажется как будто некомфортно, и, в общем, это такой классный выход. Все, сейчас сыворотка еще буквально минуточку и впитается. Пока она впитывается, я наношу наш бочоночек на губы, увлажняю губы. Губы – это тоже тот участок, где могут появляться морщины, где может поплыть контур губ. Поэтому обязательно надо увлажнять. В серии 50+, там уже идет еще дополнительный маленький крем, который идет именно крем для губ, да, то есть чтобы контур губ не плыл и чтобы на губах не было морщинок. Так, все, сыворотка, эссенция у меня впиталась. Сейчас я нанесу сыворотку. Сыворотка наносится третьим этапом. Тоже так между пальчиками и массирующими движениями наносим сыворотку. Можно такими прихлопывающими, чтобы она впитывалась еще быстрее. Не забываем сюда за ушки сыворотку тоже намазывать и все крема.
Все, она впиталась тоже, никакого там ощущения какого-то липкости, какой-то некомфортности я не ощущаю. После сыворотки мы уже наносим крем, дневной крем. Он идет у меня с защитой 20, SPF 20, но этого мало. Сейчас покажу, какой я еще крем наношу, чтобы защитить свою кожу от ультрафиолета. Очень важно выводить пигментацию в зимнее время, в осенне-зимнее время. Вот сейчас уже началась весна, и мне бы уже, конечно, пора этот наборчик заменить на другой наборчик. Но я еще не получила результата, да, то есть пигмент он у меня еще есть, он у меня не обновился. Как работают стволовые клетки? То есть вот эту наслоенность я на себя наношу. Я сначала умылась, потом нанесла крем под глаза, потом нанесла эссенцию, потом нанесла сыворотку, потом нанесла дневной увлажняющий крем от пигментации, который работает изнутри. Стволовые клетки, это все идет на клеточном уровне. Наши клетки обновляются. И вот видите, у меня вот эти вот, вот эта пигментация, у меня она потом заменится новыми клеточками. То есть идет регенерация, клетки обновляются, структура кожи обновляется, и отсюда мы получаем результат, накопительный эффект. Мы месяц мажем, блин, вроде что-то как-то и какого-то результата я не вижу, а потом бабац, и у нас мы вот смотрим на себя в зеркало и понимаем, батюшки, вот он результат, потому что это все накопительный эффект. Стволовые клетки, они работают. И стволовые клетки и технология, которую Ален Мавон вместе соединил, они нам дают вообще потрясающий результат. Поэтому я защищаю свою кожу еще чем? Это SPF защита 50+. Это для всех женщин. Неважно, 20 вам лет, 18, 50 лет. Сейчас очень активное солнышко. Да, и только на весь комплекс мы наносим вот этот крем SPF защита 50, чтобы защитить себя от ультрафиолета, да, потому что ультрафиолет это в первую очередь, что это старение, это фотостарение, это морщины, да, то есть мы начинаем щуриться, у нас солнышко попадает, и, в общем, это на самом деле очень опасно. Я смотрела примеры, показывали, да, в общем, женщину, которая намазалась SPF защиты 50, и женщину, которая не намазалась SPF защиты 50. Им показали вообще, да, его подтональный крем, то есть вот смотри, Лен, мы нанесли полностью весь комплекс, и потом уже на дневной крем мы наносим вот этот крем. Да, то есть это еще защитная пленочка от ультрафиолета, чтобы у нас не появлялся пигмент, чтобы не появлялись веснушки, чтобы кожа у нас была защищена. На самом деле это вообще такой какой-то потрясающий крем. Он дает такое, знаете, какое-то сияние, да, то есть потому что он идет с SPF. Он дает увлажнение, и на него ложится тональный крем еще круче. Вот смотрите, прям кожа просто вся засияла. И получается, что я на свое лицо нанесла 70 SPF защиты. Но высчитывается именно защита так, да, то есть какая по цифре больше, та, конечно, больше и защищает. Вот как раз-таки вот это. Поехали куда-то отдыхать на море, да даже вот даже обычный дневной, вот, не знаю, там включили свет лампы, он тоже влияет на нашу кожу. Поэтому свою кожу нужно обязательно защищать. И вот смотрите, я без всяких фильтров, без всего, у меня, в принципе, нет морщин. Но у меня единственное, да, что у меня есть пигментация, у меня есть вот, невыявленная, но видимая такая здесь морщина, да. Но что хочу сказать, да, что даже в 35 лет я считаю, что у меня кожа, в принципе, так сказать, в ухоженном виде. И если бы я в свои 30 лет не обнаружила
и не пришла в компанию Oriflame, я бы до сих пор не умела и не понимала, как же нужно правильно ухаживать за своей кожей, почему правильно и почему нужно ее защищать, да, то есть я бы, ну, как бы намазала один крем и пошла, то есть от одного крема у вас никогда никакого результата не будет. Вы просто, нет, Лен, совсем недавно, у меня, наверное, это третья неделька пошла. Нет, я совсем недавно начала. И сейчас я этот набор уже буду убирать, наверное, ну, в конце апреля, может, в середине мая я уже этот набор уберу и снова куплю себе вот этот набор. Skinergize у меня был до этого. Это, кстати, у меня второй Skinergize для молодой кожи. Но это вообще просто песня. Он и увлажняет, он и вообще вот прям вот так вот кожу наполняет. Она прям вся светится, прям вот вся-вся изнутри. В общем, вот у меня сыворотка осталась. Я и так бывает иногда тут шею помажу, могу руки помазать. В общем, тоже очень крутая сыворотка. Вот, все, мы нанесли. И сейчас давайте еще поговорим о дополнительном уходе. То есть комплексный уход, который нужно наносить утром и вечером, каждый день, без пропусков. Тогда у вас будет просто мега крутой результат. Если вы будете хотя бы какие-то дни пропускать, и потом будете говорить, слушайте, у меня нет результата, это уже вопрос только к себе. А делала ли я это все правильно? И в комплексе каждый день, утром и вечером. Вот, поэтому очень важно еще внедрять в комплексный уход, это дополнительный уход, это маски, это пилинги, сейчас уже скрабирование, оно уходит на нет, да, потому что скрабирование, вот это вот мелкие частички, они все равно вредят нашей коже, и наши ученые, Ален Мавон, это вообще крутой ученый с высокими степенями докторства, он возглавляет наш институт исследования кожи, то есть все формулы, все это он придумывается с крутыми, так сказать, помощниками. Так, дополнительный уход, это обязательно маски. Вот сейчас одна из моих любимых – это маска Optimals, которая увлажняющая. Да, у меня сейчас вот этот набор от пигментации, он такой более сушит кожу, да. И 2-3 раза в неделю я вот этой масочкой пользуюсь. Она такая гелевая. Вы ее наносите на очищенное лицо. Я вот только, кстати, вот перед этим походила в этой масочке 20 минут. И после, когда вы смоете эту маску, у вас кожа будет просто напитана влагой. И вот это вот не просто какая-то, да, там, увлажняющая маска. Это действительно работающая увлажняющая маска, которая дает потрясающий результат нашей коже. У меня закончилось мое любимое гидрофильное масло. Это тоже дополнительный уход, как демакияж, да. То есть вот у меня чуть-чуть осталось. Сейчас в этом каталоге идет очень классная скидка. Можно его за 490 рублей купить, если вы покупаете из линейки Novage из Procutical на 1900, и гидрофильное масло вам станет за 490 рублей. Масло, оно проверено офтальмологами, да, можно смывать любой сложности макияж, можно смывать все под глазами, тушь, помады, в общем, вот эта штучка, она смывает вообще все. Ну вот, Лен, смотри, у нас есть две системы по очищению. Это гель-смарт очищение, да, то есть первый шаг так-то, да, если у нас есть макияж, мы смываем сначала вот этим гидрофильным маслом. Гидрофильное масло мы выдавливаем на ладошку, буквально два вот этих вот нажатия на носик, растираем на сухую, это делается все на сухую, растираем в ладошках и начинаем это все массировать. Прям тушь, все на сухую начинаем массировать. Глаза не щиплет, тушь просто вот это все частички, да, все вот вся косметика, она прям прилипает к рукам. И в соприкосновении с водой, да, потом мы мочим руки и еще начинаем тереть лицо, и это все превращается в белую эмульсию. И
Начинаем еще массирующими движениями, потом это все водой смываем, полотенцем промокаем и уже на второй шаг уже вот этим вот умываемся. То есть вот этим утром не умываемся, умываемся утром только вот этим, а вечером умываемся сначала гидрофильным маслом, потом гель смарт очищения, а потом уже наносим весь комплекс на лицо. Очень крутая штука. И кто пробовал? Все, вообще все просто в восторге, потому что некоторые пытаются смывать тушь, и у них постоянно вот такие вот круги под глазами, либо им надо сначала все смыть мицеллярной водой, потом только идти умываться. А вот это вот гидрофильное масло, оно как раз-таки помогает очень круто очистить кожу и убрать весь макияж, вот прям глубоко-глубоко очистить. Да, знаете, вот когда вот кожа скрипит, вот как раз-таки вот это состояние. В борьбе с пигментацией и вместо всех вот этих вот скрабов компания Oriflame выпускает сейчас пилинги, кислотные пилинги, которые идут с щадящей кислотой. И этот пилинг мы наносим на сухую очищенную кожу на 20 минут. Нет, никакой маслянистости, вообще просто очень-очень комфортно. Я говорю, что оно не липнет, оно такое не вязкое, оно вот просто вообще комфортно, Лен. Нету никакого вообще дискомфорта, вот прям вот все смывается до скрипоты. Прям очень кайфовое ощущение. Поэтому вместо различных скрабов мы сейчас используем пилинги. Пилинг, он обновляет нашу кожу, убирает весь вот этот вот роговевший, засушенный, да, вот слой. То есть у нас все щадящее вот этой кислотой как раз-таки убирается. Два раза в неделю пилинга достаточно. Да, кожа выравнивается, кожа выбеливается, кожа разглаживается. И она вот именно вот... От первого применения, возможно, вы тоже никакого результата не замените, потому что это тоже накопительный эффект. Вот. Я не знаю, это у меня, наверное, пятый-шестой тюбик. Вот этот пилинг я всегда рекомендую всем. Вы будете в восторге. И никаких скрабов вообще не надо. Пилинг нанесли, 20 минут походили, потом сухими пальчиками начинаем массирующими движениями на сухую вот это вот все отшелушивать. И потом уже смываем это все водичкой. Если у вас есть какие-то спонжики, может быть, у вас есть какая-то там специальная перчатка, одевайте эту перчатку, и можно еще дополнительно вот так себя поскрабировать. Очень крутая штука, выравнивает именно вот, выравнивает тон, выравнивает кожу, да, вот как вот ее растягивает, разглаживает, короче, очень крутая штука. Пилинг. Дальше, дополнительные это маски. Глина, черная маска. Я любитель масок, у меня это все быстро заканчивается. И почему очень важно дополнительный уход в виде масок? Да, потому что нужно ухаживать за нашей кожей на каждодневной основе. То есть наша кожа это не какая-то там, не знаю, там кофта, одежда, да, мы не можем снять нашу кожу, постирать ее, да, и потом погладить утюгом. За кожей лица нужно ухаживать, и нужно ухаживать именно правильно. Если мы будем ухаживать неправильно, если мы будем наносить крема и будем их вот так вот сильно-сильно растягивать, кожа вся будет обвисать, и, в общем, это очень такой... Такой процесс, которому нужно обучаться. И у нас компания Oriflame этому всему обучает. У нас есть и всякие различные вебинары, сессии по уходу за лицом. Мы как можем, да, в чатах рассказываем, на своем примере рассказываем. Классович у нас, Ирина, много информации дает по этому поводу, да. И очень важно научиться, чтобы без хирургического вмешательства, без уколов красоты оставаться в таком, в достойном, да, в таком, короче, в своем возрасте и выглядеть достойно. Вот, и как говорится, когда вы пришли в Oriflame, и как только вы себе купили комплексный набор на Veg, вы купили и застопорили свою молодость. То есть, если вы все будете правильно делать и будете это делать на постоянной основе, без всяких там, ой, я не хочу сегодня, я устала, я пойду там в косметике лягу спать, у вас сразу будет обезвоженность кожи, будет сухость, появятся морщины, и вы будете как Шарпей. Да, то есть обязательно нужно всю косметику, все, мне стало жарко, всю косметику обязательно нужно
удалять, снимать и делать это все правильно. Следующая моя любимая маска — это маска ночная от Novage. Эта маска, она должна быть у каждой. Что мы делаем? Когда мы нанесли весь комплексный уход вечером, мы берем эту ночную маску, ее можно делать 2-3 раза в неделю, наносим лопаточкой, да, ну таким тоже можно толстеньким слоем, можно кисточкой, вот у меня есть такая кисточка специальная для масок, можно кисточкой и распределяем по линии. И ложимся с ней спать. Эта маска, она нас закрывает, перекрывает, чтобы у нас не выходила влага из кожи. Да, то есть она, пока мы спим, эта маска работает. Здесь вообще потрясающий состав. Она потрясающе пахнет. И это маска для дорогой и уважающей себя женщины. Она должна быть у каждой. Когда вы ложитесь спать, вы эту маску нанесли, вы нанесли на себя пленку, то есть все факторы, которые, да, ночью там, батареи горячие, там, еще что-то там, вот она как раз-таки вот это вот от этого от всего защищает, и она увлажняет, она максимально питает нашу кожу. Вообще очень тоже крутая маска. Все, маски у меня кончились. И что-то я еще хотела сказать. В арсенале должно быть хотя бы 3-4 маски. Это обязательно должен быть пилинг, это обязательно должна быть увлажняющая маска, это должна быть обязательно маска от черных точек. И сейчас вот все вот прям тренд, да, это маски. Да, 2-3 раза в неделю. Некоторые девчонки вообще каждый день мажут. От нее никакого вреда нет, только польза. Вот. И обязательно должна быть в арсенале у каждой девушки. Это тканевые маски. У меня их пока нет, но скоро у меня будет эта крутая масочка, которая идет с ниацинамидами. Это очень дорогое вещество. Оно есть у нас в патчах. И есть сейчас в тканевой маске. Если вы никогда не пользовались комплексным уходом и вы боитесь сразу пользоваться Novage, возьмите, купите пробники. Попробуйте пробники Novage и почувствуйте, как это вы себя ощущаете до Novage и после Novage. И если вы не располагаете теми средствами, чтобы приобрести набор Novage, начинайте с линейки Optimals. Но я вам сразу скажу, что в линейке Optimals, от линейки Optimals не ждите тех результатов, которые заявляет компания Oriflame на комплексном уходе на Novage. То есть Optimals — это просто комплексный уход, который будет поддерживать в состоянии вашей кожи, в котором она находится. То есть там нет стволовых клеток, тренажеры там у вас в эпидермисе работать не будут. Вы просто будете поддерживать кожу в том состоянии, в каком она у вас находится. А Novage, он как раз-таки решает проблемы. Если это морщины, то это коллаген. Если это сухость и обезвоженность, и там еще сияния не хватает кожи, да, это для молодой кожи Skin Energize. Если у вас там поплыл контур лица, у вас там глубокие морщины, то это тогда Ultimate Novage 40+, это фиолетовый набор. Кстати, у фиолетового набора, который идет 40+, 8 лет Ален Мавон разрабатывал формулу. Там вообще просто шикардосный результат можно получить. Там до 90, по-моему, 8%. Это все клинически доказано на красивых девушках ирландских. Вот. И вообще компания Oriflame, она не тестирует свою косметику на животных. Она выращивает свою искусственную кожу в таком... Есть такая технология Ориderm. Искусственная кожа выращивается, и все вот эти все крема, они сначала тестируются на искусственной коже. Все это фиксируется, все... В общем, там просто работает огромное количество ученых, штат до 100 человек, и это целый институт. И
Туда компания Oriflame вбабахивает просто сумасшедшие деньги. То есть все, что у нас есть в каталогах люксового, люкс, не люкс, компания туда бабахает просто сумасшедшие деньги. И когда уже все протестировано на искусственной коже, уже потом начинаются вот эти все тесты на красивых девушках. Да, там девушкам выдаются наборы, все тестируется сначала на специальных аппаратах, да, снимают параметры кожи, глубину морщин, там пигмент, ну то есть все в зависимости от того, какой комплексный уход. И потом женщины через месяц приходят с этим набором, у них снова все параметры кожи снимаются, и уже смотрят, какая там была глубина морщин, что там изменилось. В общем, это именно вот такой вот, вот такой подход, да, и мы с вами, обычные девушки, можем пользоваться просто вот такими инновационными технологиями, да, и быть молодыми, красивыми, без всяких косметологов на самом-то деле. И сейчас уже идет тренд домашнего ухода, чтобы мы могли обойтись без косметологов, да, то есть у нас сейчас вот этот просьютикал, как раз-таки уже профессиональная, можно сказать, косметология на дому. Но очень важно понимать и знать, как это правильно все применять, потому что там тоже один пилинг наносится на кожу, очищенную перед комплексным уходом, витамин С наносится там в определенное время. В общем, это тоже надо все-все-все знать. Вот. И кто пока не может вложить в свою красоту и купить себе набор NovAge, берите Optimals и обязательно берите вот такую вот штучку. Это называется Booster. Это дополнительно берете кремчик, да, дневной либо ночной, сюда наносите и парочку капель бустера наносите, все это перемешиваете и уже наносите на лицо. Да, здесь есть более активные компоненты, которых нету в кремах Optimals, да, то есть крем и бустер, они в тандеме работают куда лучше и куда быстрее, да, и продуктивнее. Вот, в NovAge это добавлять не надо, это идет именно только для линейки Optimals. Вот, такой вот у меня комплексный уход, и мне есть к чему стремиться, я знаю, над чем мне нужно работать, но я 100% уверена, что с линейкой NovAge я справлюсь и с пигментацией, я справлюсь и с этими морщинами, да, я еще делаю массажи, делаю массаж вакуумной банкой на лбу, и мне никто, в принципе, не дает 35 лет, вот, поэтому... Значит, я иду в правильном направлении, значит, эти наборы, они все работают. Я, так сказать, застопорила свой возраст и могу каждый из вас, кто выявит свое желание, провести тестирование вашей кожи, подобрать вам правильно комплексный уход. Я проходила обучение в компании Oriflame, у меня есть сертификат эксперта, вот, поэтому, если что, пишите в личку, с вами пообщаемся, расскажете, какие у вас есть проблемы, что вы хотите и, в общем, над чем нужно поработать. Вот, а сейчас я в прямом эфире сделаю легкий-легкий макияж, покажу, как можно быстро спрятать пигментацию с нашими крутыми продуктами. Это консилер и тональный крем. Сейчас, в общем, я взяла свою корзинку с косметикой. Я вообще обожаю это дело. Сейчас первым делом я нанесу консилер под глаза. У меня два консилера. Есть консилер от Giordani Gold. Он такой тоже очень классный, очень хорошо все перекрывает. Идет вот с таким вот, с такой вот кисточкой. Мы вот так наносим такой треугольничек. И, ну, можно вот этими пальчиками. Кто чем, в общем, я все на своем таком, в общем, самоучка, так сказать. Все изучаю сама. А вот сейчас я нанесу вот такой консилер от The One. Вот такой у меня светлый цвет. Я наношу вот таким домиком, треугольничком.
Эта штучка очень круто перекрывает. Если у вас классное состояние кожи лица, и если вы нанесли уже вот эту SPF-ку, можно пользоваться одним консилером, да, то есть нанесли его под глаза, где-то какие-то недостатки свои скрыли, румяшки нанесли тушью, реснички покрасили, бровки проработали, и на этом, в принципе, макияж дневной может быть завершен. Но мне приходится все свои проблемки скрывать. Да, вот смотрите, да, видите, как уже какое изменение. Я буду подсматривать в зеркало. Так, и сейчас я нанесу тональное средство. Я всем рассказываю про свои два любимых тональных средства. Это Giordani Gold и Zeban Aqua Boost. Оба увлажняют, оба плотной консистенции, оба круто перекрывают все недостатки. Я даже иногда без всякого консилера наношу тональное средство. Так, буду наносить вот такой кисточкой. Так, оба цвета у меня слоновой кости, и они, кстати, в принципе, почти что всем по цвету подходят. И начинаем прорабатывать кисточкой. Обязательно я потом все еще дорабатываю пальчиками. Но у нас есть в каталоге очень классные спонжики, не спонжики, я не помню, как они там профессионально называются. Но даже без них можно справиться. Не забываем обязательно здесь около ушек все прорабатывать. Эта тональная основа очень увлажняет, быстро все перекрывает, дает лицу такое свечение. В общем, я ее очень-очень люблю, эту тональную основу. И всем, кому я ее рекомендовала, мне потом в личку пишут: «Оля, какая это крутая штучка!» Вот видите, у меня уже все, пигмента почти не видно, потому что этот тональный крем очень-очень плотный. И быстро-быстро все перекрывает. Все, я сейчас кисточку откладываю, беру буквально вот сюда еще капелюшечку, между пальчиками перетираю и начинаю еще дорабатывать, чтобы вот здесь у носика все было ровно, межбровки было ровно. Все, я вижу, что у меня ровный цвет лица. После теней, после туши я еще нанесу консилер в последнюю очередь, чтобы еще проработать. Так, сейчас вот я возьму салфеточку, чтобы вытереть руки. Сейчас я нанесу румяна. Скульптурирование я не делаю вообще, пока я не понимаю вообще, к чему это все. Но в 8-м каталоге выйдет крутая палетка, которую я уже очень-очень хочу. Там будет и хайлайтер, и скульптурирование, и румяна, и что-то там еще. В общем, она такая будет, вот такая большая. Вот у нас есть вот такая маленькая, да, для скульптурирования, а там будет вот такая большая. Там много чего-то всего есть. Я прям уже очень-очень жду эту палеточку. Поэтому ничего пока больше не буду из румян покупать. Буду ждать палетку в 8-м каталоге. Так, у меня вот такая кисточка. Румяшки я люблю. Буквально чуть-чуть. Сейчас на яблочки уже румяна не наносят. То есть раньше наносили на яблочки, сейчас наносят именно... Вот так вот,
Просто вот так наносят. Не на яблочки, именно вот так. Чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть. Всем привет, кто присоединяется. Сегодня у меня прямой эфир по уходу за собой. Нанесла комплексный уход на Вейдж. И сейчас делаю легкий макияж в прямом эфире. В общем, вот, прям вообще чуть-чуть я нанесла. У меня вот такие вот румяна от Zevan. Я все пытаюсь тоже собрать вот эту палетку с тенями. Вот, пока, короче, не собрала. У меня три таких есть тени и одни румяшки. Так, все. Сейчас мы с вами займемся бровями. Нет, давайте мы с вами еще нанесем хайлайтер. Сейчас я его найду. Так, у меня вот такой хайлайтер от Zevan. И еще у меня есть вот такие румяна. Кстати, их тоже обожаю. Они идут с таким шиммером. И можно чуть-чуть вот так нанести, вот буквально вот чуть-чуть, да, чтобы придать вот этого вот какого-то сияния, блеска. Они прям вообще очень красиво переливаются. Тоже я их очень люблю. И нанесем чуть-чуть хайлайтера. Хайлайтер всегда сначала наносим на руку, да, чтобы остатки, ну, так сказать, косметики, да, с прошлого нанесения убрать. И наносим мы сюда. Раз, сюда нанесли. Сюда наносик на перегородку. И сюда. Наносик. Все, кожу подсветили. Она прям вся так, знаете, так засветилась. Можно еще сюда чуть-чуть. И все, и достаточно. Все, сейчас займемся бровями. Ой, это моя самая такая вообще самая такая долгая, наверное, процедура. Это мои брови. Вот, сегодня буду рисовать брови вот таким вот карандашом. Это специальный карандаш для бровей Uncolor, который в этом каталоге шел. Или идет, или на него уже нету сейчас акции, я не помню. За 100 рублей его сейчас можно купить. Он очень мягкий, он очень круто все прорисовывает. И сейчас я вам покажу. Так. Что-то у меня тут. Сначала дорисовываем недостающие волоски. А да, хочу еще очень попробовать кушон для бровей. Это в этом каталоге новинка. Вот смотрите, как быстро появилась бровь. У меня брови есть, но они очень светлые. Кать, спасибо большое. Сейчас вообще буквально такой легкий-легкий макияж. И чтобы вам показать, как вот до, какая я была в начале эфира, и после. Еще хочу очки вам показать, которые шли в прошлом году по акции за 199 рублей. Надеюсь, что я успею по времени. Вот, и, в общем, бровь уже появилась. Сейчас я ее еще подрисую. Я раньше ходила, брови все красила хной. Но потом у меня брови стали выпадать. Они прям вот у меня, знаете, прям волоски сыпались. Я думаю, тьфу, не буду я больше никакие брови ходить делать хной. Вот. И потом мне девушка писала: давай, говорит, я тебе сделаю вот это вот напыление. Но я считаю, что это все равно, ну, как приравниваю к татуировке почему-то.
Она говорит, давай ты меня прорекламируешь, я тебе сделаю брови, возьму только за материал. Там брови сделать, по-моему, 1005 стоит или 6. Я долго ходила, думала, потом думаю, нет, не хочу я брови. У нас есть в компании Oriflame все для, да, для бровей, и помада для бровей, и кушон для бровей, и карандаши, и тени, чего только нет. Я думаю, ничего страшного, что ну, потрачу я эти 10 минут. Вот, и, короче, я это... Не хочу никаких напылений. Сейчас я быстренько вторую бровь нарисую. В общем, вот с этим карандашом брови рисовать вообще очень быстро. Этот карандаш, он, кстати, идет в двух цветах. Светлый и темный. Может быть, когда-то я схожу к профессионалу и отучусь для себя, как делать правильно красивый макияж, еще более правильно. Я бы пошла к Сердару Камбарову именно вот на такое глубокое обучение. Но это уже, наверное, когда... Когда мне прям этого очень сильно захочется. В общем, вот, брови готовы. Так. И сейчас я еще по бровям пройдусь. Вот такой штучкой причешу их. Гель для бровей, по-моему, сейчас уже их компания не выпускает этот гель. Он будет перевыпущен, он идет ухаживающий, как с витамином Е. Его можно на реснички. Да ты что, Катя, поделись, пожалуйста, в продуктовый чат. Расскажи, потому что я на себе еще помаду эту не пробовала. Вот я сейчас хочу купить кушон для бровей попробовать, потому что... Что-то про него прям такие крутые отзывы. Вот, все, брови причесала вот такой штучкой. Вот, будет перевыпуск, кстати, он восстанавливает реснички после накладных ресничек. И бровки восстанавливает. Так, сейчас я нанесу пудру на реснички. Пудру на реснички нанесу и накрашу ресницы нашей крутой тушью 5 в 1. Ага, Кать, спасибо. Буду очень ждать отзыв. Вообще очень люблю ваши отзывы читать, смотреть, особенно в продуктовом, если еще человек в команде. Я всегда очень-очень радуюсь, когда человеку что-то подошло, от чего-то он в восторге. Так, нанесу я еще чуть-чуть теней. Теней у меня вот эти Анколор на каждый день. Очень люблю вот этот вот цвет. Вот этот вот цвет, он вообще очень хорошо выявляет прямо так глаз, выделяет. Вот, вообще вот прям, смотрите, прям какая глубина, да, в глазах появилась. А буквально вот два штриха, вот так раз, поводили. Можно еще вот сюда добавить, раз, все, смотрите, глубина. А пудру нанесла, чтобы удлинить реснички, чтобы придать им объем. У меня ресницы короткие, маленькие, и поэтому я вот такую вот фишечку использую. В общем, вот, чуть-чуть. Буквально чуть-чуть теней. И сейчас нанесу тушь. Тушь 5 в 1 в обновленном варианте. Она мне очень-очень зашла.
В общем, смотрите, мои ресницы до. И сейчас посмотрим ресницы после. Запатентованная кисточка. Такой кисточки ни у кого нет, только в компании Oriflame. То есть это патент. И если кто-то такую кисточку присвоит к себе, ну, вы понимаете, да, что будет. В общем, у нас это крутая тушь, которая продается каждую секунду. Представляете, в Oriflame продается она каждую секунду. Да, это очень классная штука, именно нанести пудру на ресницы, а потом уже красить тушью. Очень классно прорисовывает, прокрашивает, вернее, не прорисовывает. Так, это будет первый слой. Ну что, смотрим, как вам результат. Ну вот все-таки косметика, она очень, так сказать, раскрывает человека, вот, и делает его чуточку другим. И вообще, вот я тут, короче, два дня красилась, настроение себе поднимала, и действительно, вообще макияж, он очень поднимает настроение, поднимает самооценку, проявляет любовь к себе, когда мы смотрим на себя в зеркало. Мы нравимся себе, мы любим себя. Мы говорим себе сами комплименты. Как мы относимся к себе, так же к нам относятся окружающие. Вот поэтому, видите, какой результат. Очень-очень-очень классный. Так, сейчас я нанесу второй слой. Вот прям от самых корешочков прокрашиваем, реснички поднимаем. Кто еще не пробовал нашу тушь 5 в 1, обязательно пробуйте, у кого нарощенные ресницы. Вам, конечно, проще, но результат сразу, да, налицо. Так, сейчас я еще нанесу на второй глаз и накрасим губы и померяем очки. Если заходят такие эфиры, давайте такие эфиры по выходным практиковать, проводить именно не по бизнесу, а по косметике, по макияжу, по уходу за собой, руки, ноги, волосы. За всем надо ухаживать, и за всем надо ухаживать правильно, ухаживать в комплексе. Про наш крутой продукт надо рассказывать всем. Вот мои реснички. Сейчас еще внизу чуть-чуть подкрашу. Каждая женщина красива по-своему. Да, это тушь 5 в 1 просто такая, Марин. У меня ресницы-то на самом деле малышки. Все, готово. Самой нравится. Надо было брать две туши 5 в 1.
Короче, в следующий раз буду знать. Вот она, красоточка наша, тушь 5 в 1. Так, и сейчас, девочки, еще хочу вам я сказать про карандаши, которые идут на последней страничке. Они очень-очень крутые. И такая крутая акция. Два карандаша с классной скидкой. Вот нашла три. Очень-очень классные карандаши. Так, у меня вот этот вот уже закончился. Видите, это нюдовый цвет. Ой, прям вообще обожаю его на каждый день. Надо его, вот этот вот мне цвет, докупать. Так, сейчас мы, значит, каким-нибудь другим цветом попробуем. Вот у меня еще есть один цвет. Так, вот этот вот более... Ну, давайте вот этот вот возьмем. Они все классные. Все такие долгоиграющие. Смотрите, сколько там его много. Они очень мягко прорисовывают. Они очень удобные. Ими можно пользоваться даже... Можно без помады, с блеском, например. Вот смотрите, как он мягко рисует. Карандашиком всегда можно выходить за контур. Катя, пробуй и сними нам видео. У тебя ресницы очень длинные, у тебя будет просто потрясающий эффект. Очень удобный карандаш. Все, готово. Вот такой легкий макияж. Да, я сейчас еще хотела консилером пройтись под глазами. Я еще вам хотела про классные карандаши, еще про одни рассказать. Так, и на этот карандаш можно нанести. У меня есть вот такая муссовая помада, которая как раз подходит к цвету. Буквально чуть-чуть. Это помада мусс. В общем, в тандеме с таким карандашиком очень даже классно. Вот, еще очень классные. Девчонки, классно. Делитесь в продуктовом чате, все рассказывайте. И вот эти вот карандаши от The One тоже такие долгие. Долгие, хватит надолго. По-моему, они тоже в этом есть каталоге со скидкой. Тоже они очень-очень круто рисуют. Я потом вам как-нибудь еще раз покажу. Но где-то у меня есть светленький, который я обожаю. Сейчас мне его не найти. Сейчас бы мне еще консилер мой найти. Хотела под глазами. В общем, тоже не могу консилер найти. А вот. Вот консилер. Сейчас чуть-чуть я еще под глазами здесь пройдусь. Очень клевая, удобная штучка. Все, макияж готов. На каждый день. Так, для себя, для поднятия настроения. Волосы мне надо красить. Блондинистый цвет. Самый дорогой цвет. Осталось 27 секунд. Ах.
Все, наверное, я буду завершать эфир. Я сейчас очки тогда померяю, просто видео запишу, в чат выложу. Все, девочки, всем отличного дня. С нашей косметикой мы придаем себе еще больше красоты, еще больше уверенности. В общем, все, давайте всем до встречи.